Всем привет! Это канал Электрический Шок. Не обращайте внимания на мой скин. И сегодня я буду делать обзор мода Security Craft. Сейчас быстренько зайду от первого лица. Так, все. Первые материалы будут... Нет, не тут. Вот они. Вот они. Так. Тут по карту, тут левел 2, тут левел 4, тут левел 1, тут левел 5, тут левел 3. Так. Ну, пусть будет, например, левел 5. Берем вот эту дверь. Вот эту. Вот эту. Так, карточка левела 5. Вот она. Берем ее. Берем минки. Берем вот это. Так, покажу первое. Например, вот. Я ее не могу открыть. Тут нужна карта. Такой. Опа, все открылось. Вторая дверь. Вот. Она открывается автоматически, как видит меня. Сканер глаза. Привет. Закроешься или нет? Третья дверь. Я не понял, в чем прикол ее. Тут такой кодовый замок, да не кодовый. Вот, я нажимаю, я не могу. Я ее рукой могу обыкновенной открыть. Без либо всего. Вот. Она открывается. Наверное, как отпечаток пальца. У других, наверное, она не откроется. Свинья, иди попробуй. Свинья, куда пошла? Иди попробуй открыть дверь. Свинья, вредно. Также тут есть мины. Отойдем подальше. Так, вот. Это первые мины. Черные какие-то. От них взрыв несущественный. А вот от белой... Вот уже похоже на мину. Хотя и первая была похожа, но... О, а что будет, если поставить много этих мин? И потом на них наступить. Бом! Ну... Странно, почему такой же кратер, как и тут. Одинаковые кратеры. Так... Поставим также эту дверь. Гнилые блоки. Зачем она мне? Так, возьму любые блоки. У меня будут железные для красоты. Опа, опа. И ставим сюда вот этот отпечаток. Это как сканер. Лица типа. Опа, и она открылась. Не с той стороны поставил. Так, допустим, тут. Опа. Так, вот. Это первый. Так. Двери. Так, в принципе, мины. Так, сейчас еще покажу. Да, почему-то, когда в этом моде нет камер и лазеров. Это странно. Но, в принципе, я не понял, что вот эти за штуки. Левел 1 и вот этот. Но тут еще есть турелька, в принципе. Тут есть еще турелька вот такая интересная. Ай, бей аккуратно. Молодец. Она полностью всех бьет. Давай, бей зомби. Бей зомби, бей, 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 Так, я тут подзабыл, что еще тут есть. Так, листаем. Вот. Я не... Что это за цветок, я не понял. А, да, кодовый сундук.
Только я его закодывать не могу. Я даже YouTube, как закодовать сундук. Посмотрел, у меня ничего не получилось. Они для этого берут... нужен мод Security Craft. Они берут обыкновенный сундук. И они берут вот эту кодовую штуковину. Показывается, они берут. И вот так нажимают, и она вешается, типа. Нет, она не вешается. А кодовый сундук, если его просто взять из креатива, он... Его нельзя закодывать. Видите, я просто... У меня тут высвечивается открыть. Открыть. И все. Я не могу закодывать двери. Вот. Возьму обычную железную, к примеру. Вот. Даже есть... А если я тут буду? Сейчас. Вот дверь у меня получится закодывать. Может быть. Сейчас получилось. Вот, поставил. Вот. Ладно. А если я в выживание зайду? Вот так у меня получится закодывать. Так. Выживание. Нет, я это только могу сломать. Странно. Так, а я смогу выживание закладывать сундук? Так и не понял. Закладывать, что не так? Как это закладывать? Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Все закодывание. Ду-ду-ду-ду-ду. Так. Ну, в принципе, тут еще есть некие блоки. Прям некие. Так, они по... Да, в кровати. Вот. Вот это что-то. И вот это. Вот это такой красивый. Красивая штука. В принципе, красиво выглядит. Ну да. Это что такое? Что это такое? Ну, может, это тогда украшение какая-нибудь штука. Может быть. Так, ну, в принципе, и все. Сейчас проверю. Все, закончились вещи. Вот, я возьму вот эти вещи, которые сказал, не могу разобраться. Вот, я не понимаю, что с ней делать. Так, сейчас одну проверю. Так, левел, вот один. Левел один, и тут какой-то левел один. Так, вот я смогу с помощью нее открывать. Так, вот. И вот. А нет, не получается. Прости. Не понял. Что за карта?
себе поставлю один. Левел 2. Левел 2. И возьму карту левела 1. Ну вот. Левел 2. А, левелом 5 получается все можно открывать. Понятно. Понятно. Только вот я так и не понял, что вот это за штука. А может я этим смогу закодывать что-нибудь? Вряд ли. Ладно, на этом, я думаю, уже надо заканчивать видео. И так. В принципе, да, я все показал. Короче, все, я прощаюсь с вами. Всем всего хорошего и пока-пока.